Ну, через 5 минут. Я еще ни раз не летала там, и меня не спрашивали еще. Апреля. День космонавтики получается в апреле. Не знаю. Когда космонавты летят на ракете. Я не знаю, какой ответ. Я не знаю. Что не знаю. Не знаю. Юрга. Сам не подумал, кто такой. Я думаю, что это какой-то дядя. Космонавт. Думаю, писатель. Он летал в космос и видел бы звезды близко-близко. Забыл. Ну, это который писатель. Не знаю это. Президент. Не знаю. Космонавт, это который летает на планете. Это такой дядя, какой на Луну летает. Космонавт. Космонавт, он летает на ракете. Это такой летчик, который летает в космос. И он работает на Луне, наверное, и знакомится с другими пришельцами. Тот, кто летает в космос. Космонавт летает в космос и рассматривает всякие планеты. Это кто летает в космос? Космонавт – тот, кто летает на ракете. Который в космосе летает. Ну, это который летает на ракете в космос. Человек. Он сам косноват, который летает в космос. Я считаю, что они ничего не едят. Едят еду. Но они сначала едят, а потом уже улетают ракеты. Много-много наедаются и еще на кич. Разное все едят. Они едят или бананы, там еще что-то. Вот. Они только здоровую пищу, только желе едят, и мед, и все остальное, как любят все люди. Из тюбиков. Они же с собой что-нибудь захватывают. Немножко ягодок, думаю. Может, немножко сыра поесть захватывает. Но много сыра, чтобы хватило им сил. Из тюбиков еду, потому что в космосе все летает. Не знаю. Тюбиков еду. Еду.
Любую. Всегда поднимается вверх и летит. Сначала туда люди заходят, космонавт. Потом дверь у него закрывается. Он разводит такой большой дым. И вот он весь дыргает. Ну, потом он взлетает. Вот так взлетает. Мне еще об этом ничего не рассказывали и не говорили. Его запускают. Стрелой он взлетает, как ракета. Я представляю, что там машинисты хотели бы прийти туда же и хотели, чтобы даже ребенок поехал. Вот в корабле он из низа выпускает огонь и взлетает. Там может стоять такая специальная штука, которая запускает ракету. Сначала там ракета снизу бьется огонь, и она взлетает. Его запускает. Ну, у него такой огонь взлетает, и они летят в космос. Его заводит, он взлетает. Я не знаю. Он заводит двигатель ракеты. Летят в луну. Руками пахать. Сто километров в час. Вообще-то взлетают. Сначала он ждет, остался, да сколько лет, вкусно, 70 осталось, потому что он долго ждет. Космонавтов вообще-то полно, и пока все сойдут на ступень, еще 700 осталось. Вот так. 4 километра. Ну, можно пробежать 50 раз. 40 километров. Ему надо 5 километров пробежать. 6 метров. 5, 6. Забыл. Сто километров. 10 раз. Много. Весною. Весной. Очень весной, потому что весной яблоки очень хорошие. Осенью. Весной. Только летом можно яблоки собирать или весной. Осенью. Весной. Нет. Яблоня собирает яблоки. И
Весной. Осенью. Весной. 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 Космонавта видно. Костюм космонавта. Какая всего это комбинезон? Космонавт. Так не видно, а списаница видно. Космонавта из Гуаил заходит в космический корабль или в ракету. В ракету тогда они на специальную башню поднимаются. Там им такой проход выставляется. И потом дверь открывается, и космонавты заходят. Потом дверь закрывается, и ракета взлетает. А космический корабль, он лежит вот так, как самолет. То есть у него не надо подниматься, его сразу выходит космонавт. Скафандр, космонавт. Ну, я думаю, что космонавт. Это вот шлем у него. Вот это вот шлем такой большой. Ну вот тут специальная куртка. Она ему не дает в космосе плавать. Там в космосе есть воздух синий. Вещище большой. И куртка может поставить, плаваться. Вот так. Скафандр. Космонавт. Это скафандром для космонавта. Скафандр. Космонавт это. Скафандр. Костюм космонавта. Это космонавт. Костюм. Потому что я смотрела мультик Фиксиков, и там они все рассказывают, показывают, все там говорят, не говорят, если что-то там, или вот если что-то неправильно, они тоже объясняют, потому что люди еще не знают, что там, как надо с приборами или вещами обращаться.